Как мне сказала любимая, был чей-то особняк, а стал лечебный корпус. Город Кисловодск. Клуб Кисловодского центрального военного санатория. Здесь танцульки каждый вечер, кроме понедельника вроде бы как. Прогуливаемся по... По Кисловодску гуляем. Прогулка по Кисловодску. Решили сегодня прогуляться, так как мы завтра уезжаем, друзья, поэтому сегодня идем просто гуляем. Смотрим на санатории, на лестницы, на всякие фигурки. Вот сейчас только недавно были на запряженные лошади. Там скульптура стоит. Вот сейчас мы будем подниматься по каскадной лестничке. Вон собачка Баскервилли. Сейчас потрём ей носик, загадаем желание. Смотрите нас. Вот это уровень блогинга. А когда вы, кстати, дама, которая остается за кадром, создадите свой YouTube канал? Скоро. Здесь очень много, вон, посмотрите, скульптур, которые есть. Вот собачка, туда дальше еще есть скульптура. Так что потрем носик ей. Ушко. Носик, загадаем желание. Пойдем дальше. Домик с ним. Все такие красивые домики. Наверху сверху домик. Thank you.
контактировать, да, 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 когда, да, дела это, да. Любимый одевается, чтобы сфоткаться с орлом. Посмотрите, мой орел с орлом. Джигит с орлом. Любимый, не бойся, он тебя не съест. Мы его. Рядом будьте, любимый. Будьте. Ну вот, друзья, поднимаемся с любимым. После фотографии с орлом мой любимый сам орел. Вот теперь мы идем к долине роз по тропинке, поэтому по дорожке вот такие вот скалы мы проходим, такие вот маленькие обрывчики. Любимый идет, там вот внизу остались санатории, но там наверху, ну, в лесу не видно, это Орджоникидзе, это вот санаторий Кирова желтый. Фотографировался с орлом настоящим. Одевал костюм. Как правильно он называется, я не знаю. Вроде он говорил, но я не запомнил. Костюм джигита. А, да. 300 рублей за фотографию.
получилось, сколько-то фоток отдал, 1000 рублей переводом. Приходите, фоткайтесь. Сегодня он в 11 вечера должен мне прислать на WhatsApp фотографии. Ну, ролик тоже есть, как вы одевались. Так что, друзья, вы увидите, как орел с орлом. Орел с орлом. Это было что-то. Это было просто супер. Мне очень понравилось. Сними. Да, кстати, друзья, здесь все так облагородили. Все очень стало здорово. Вот. Это я все помню. Здесь сейчас сделали плитку, поставили забор. Все так облагородили, чтобы было все для людей. Так что приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь чистой природой, воздухом. Воздухом, чистым воздухом. Город Кисловодск. Город Кисловодск.